Всем привет, друзья! С вами Кекс на Румзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И я первый раз захожу в игру после обновления. Зарабатывая сезонные трофеи, улучшая трофейный ящик, чтобы продвинуться на мере одним бойцом больше 1000 трофеев. Ребята, просто пушечка, ребята! Новый Бравл Старс уже в игре! И что у нас в МГ? Посмотри сюда! Посмотри! Два мега ящика, который называется зомбо ящики. Еще особая акция. Еще особая акция. Боже, посмотри, сколько всего. Сезонный скин. Дохлая пэмочка, божечки. Сезонный скин. Еще сезонный скин. Подарки. А что у нас во входящих? Вы получаете... Спасибо. Спасибо. Нифига себе спреев накинули. Кстати, новая музыка. На фоне новая музыка. Так, у нас иконка игрока. Боже мой, сколько! Нифига себе накидали иконок игрока! Да, ребята, я понял. Спасибо. Халява. Халява всегда приветствуется. Еще что-то здесь у нас. Значков они же тоже накидали. Огромная Я понял. Кучу значков, ребята. Кучу значков. Так, мне интересно, что у нас по... Вообще все по-другому! Смотри, у нас здесь показывается... Подожди, путь к славе? А, трофейный ящик. Подожди, нажимаем сюда. Показывает, сколько чего и где выпадает. Боже, вообще другой Бравл Старс. Вообще совершенно другой Бравл Старс. Ящик откроется через 9 дней? А, я понял. Откроется через 9 дней. Все, наконец-то. Наконец-то у нас пробита, пробита дырка. Видно, ребята, вот здесь, что ангелы против демонов в конец близок. Уходи. А, просто уходи. Просто говори, уходи. Кстати, бесплатных 10 зомбоящиков, ребята, мы успеваем там с вами. Ну, немножко остается 10 бесплатных зомбоящичков, ребята. Так, подожди, квестики. Новые квесты есть какие-то? А новых квестов нет. А события? Гниющее испытание у нас пройдено. Погрузка, все это понятно, все это красиво и хорошо. Кстати, сколько у меня гемов? Ребята, у меня 114 гемов. 100, так, подарок, спасибо. Иконка игрока, красивая, мне нравится. Два мегаящика бесплатно, а дальше мегаящики. Или это зомбоящики, потому что написано мегаящик. Давайте, так, я хочу открыть, так, и... 9 предметов? 9 предметов? Вы что, серьезно? Монеты, 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 монеты. Так, светится, и сюда, ребята, скинчик. Вампирма! Хэллоуинский скинчик дропнулся у нас. Спасибо. Фу, давай выберем его. 500 кредитов! Нифига себе насыпало. Так, подожди. Это был первый зомбоящик. Я хочу еще один зомбоящик. Гиперзаряд на Отиса? Гиперзаряд на Отиса? Мне выпал гиперзаряд на Отиса. Еще 9 предметов. Монеты, монеты. А, удвоители, удвоители, удвоители. Так, двушечка, 500. 50. Офигеть. Гиперзаряд дропнулся. Понимаете, насколько офигенные эти ящики? Зомбоящики это просто имба. Нет, ПМ-ка реально офигенная. Кстати, мне реально нужно гемы. Мне нужно сейчас будет закупить себе гемасики, ребята. А знаете, где я покупаю гемы? Вам подсказать, где я покупаю гемы, где я покупаю все акции, ребят. Потому что в магазине Бравл Старса донатики-то не работают. Есть официальный, безопасный и надежный магазин. Специально создал для вас. Называется Robzy Shop. Ссылочка в описании. Заходите, нажимаете купить, выбираете Бравл Старс, выбираете нужный товар, акцию или гемасики, вводите данные SPSL ID, вам на почту приходит код, вы его скидываете боту, оплачиваете, и вам все зачисляют на аккаунт. Максимально просто, безопасно и надежно, ребят. Вот это я понимаю жесть. Вот это я понимаю жесть. Так, у нас гиперзаряд дропнулся на Отиса. Теперь у нас еще, да. Вот он, гиперзарядик. Я понял, все. Есть у нас гиперзаряд. Поменять его. А почему он до сих пор светится, что он гиперзаряд? Гиперзаряд можно купить позже в сезоне. Так он у меня уже есть, гиперзаряд на Отиса. Ладно, неважно. Гиперзаряд есть и слава богу. Что он вообще делает? Подожди. А, подожди. Он как бы есть, но его как бы нету. Подожди, Ну да! Мне выпал гиперзаряд, мне выпал гиперзаряд, которого еще нету, прикинь! А так можно было, что ли? Ладно, я вас понял, я все прекрасно понял. Кстати, ребят, напомню, что очень скоро в игре будут выходить новые бравлеры. В игре будет выходить брав... Ребята, Джуджу. Джуджу уже можно испытать. Вы серьезно?
я хочу сделать, допустим, пробный матч. Джуджу уже можно поиграть. Офигеть. Кстати, Джуджу скоро появится в магазине, и она будет бесплатно разыгрываться у меня в телеграм-канале. Можете прямо сейчас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка в описании. Я буду разыгрывать, возможно, 5, а возможно, 10 бесплатную Джуджу. Все зависит от того, сколько лайков вы поставите на этот видосик. Так, в кустах дальность просто космическая. Так, дали ли ей баф или оставили урон? Ага. Урончик у нее такой себе, Василий. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Я хочу вызвать ее друга. Так, получается, когда я становлюсь в кусты, я сразу получаю дополнительный радиус. Опа! Пошел. Так, на нафиг, минус один. Ага, полетела. Полетела ЖД. Так, побежал мой друг Грю-Грю. Или как он там называется? Так, ага, и кольт больно. Ладно, попал в кольта? Да, попал. Слушайте, мне нравится. Нет, Бравлер реально... Но нужно за нее привыкать играть. В магазине ее пока что нету. Но я думаю, она очень скоро появится. Итак, друзья, гемасиками через магазин Robzy Shop я только что закупился. Сейчас гемасики должны мне прийти на аккаунт. Ребята, все будет сейчас шоколадно и красиво. Да, 2000 гемов. 10 бонусов, еще бонусы, еще бонусы, еще. Короче, все эти бонусы сейчас мне залетают на аккаунт. Гемасики, монеты, конечно же, кредиты. Вот, ребята, вот это я понимаю сказочка, ребята. Просто магазин Robzy Shop по ссылочке в описании к вашим услугам, ребята, все. Там быстро, выгодно и надежно. Смотрите, для чего я это сделал? Да потому что я хочу себе вот этот скинчик, ребята, просто офигенный. На пэмочку, ну блин, ну это же просто сказочка. Дохлая пэм. Офигеть, конечно же выбрать. И иконка, и все остальное. Я хочу ее взять себе, сейчас на экран поставить. Пэмочку, наша мамашка. Многие про нее забыли, но, блин, она же мега сильна. Вот она. Боже, какой скин офигенный. Тем более тематический. Итак, это еще не все. Я хочу сейчас купить еще пару зомбоящиков на аккаунт, на фуловый аккаунт, и посмотреть, что выпадет еще. 9 предметов снова? Снова 9 предметов? Давай. Иконка игрока. 100 кредитов. Интересно, боже, сколько всего падает. Опять 9 предметов? Подожди, постоянно по 9 предметов падает? Мне интересно... Значок паучка? 100 кредитов, боже мой. А что если я зайду сейчас на аккаунт? Что если я сейчас зайду на аккаунт, на котором не все выбито? Смогу ли я выбить что-то прям мега крутое? Так, я сейчас зайду на аккаунт Noob Donator, понятно. Естественно, магазин. Все вот это вот надо забрать. Так, бесплатный зомбоящичек. 2 бесплатных зомбоящичка. Сюда. 9 предметов. Монеты. Опыт. Так, не светится. То есть, смотрите, на этом аккаунте тоже ничего не падает. То есть, сюда! Нифига себе, пассивочка выпадает здесь. Так, пассивочки выпадают, гиперзаряды выпадают, скины тоже выпадают. Значок зомбоящика выпал! Офигеть. Так, это я не сдаюсь, ребята, Я хочу еще зайти на другой аккаунт. На аккаунт старшего сына, на аккаунт Вадима. Здесь тоже есть бесплатные зомбоящички. Естественно. Блин, все, новый сезон, все, совсем другая игра, совсем все другое. Так, здесь вообще много всего не открыто, здесь много всего не сделано. Так, вот эти вот монетки я заберу. А теперь в магазинчик, потому что я хочу зомбоящики. То есть 100% выпадает 9 предметов. Ни меньше, ни больше. В любом случае 9 предметов, но какие? Так, значок тыквы. Значок еще один. Иконка выпала. Еще значок. Вот это насыпало. Иконок и значков очень много. Тоже 9 предметов. Опыт, монеты, опыт. Светится. Сюда. Скинчик такой же, как у меня был на основе. Ой, спрей, кредиты. Кредиты на Сэма залетели, красиво. Мне интересно, а мой младший уже заходил сегодня в игру? Если не заходил, то я сейчас зайду вместо него и заберу. Ну-ка проверим. И... Скорее всего, он заходил. Да, заходил, забрал зомбоящички. Ну ничего, у меня есть еще аккаунты, где можно зайти и немножечко, ребята, немножечко пошалить, пособирать эти зомбоящички. Отлично. Продолжаем. Мне просто интересно. Ой, здесь целых 2 сразу, боже мой. Легендарный приз, стар через 7 секунд. Давай сюда легендарочку. Так.
Скин. Молодцы, милота, на Эмс выпал. Еще один престар. Очень круто заходить на аккаунты, на которые давно не заходил. Но меня сейчас больше интересует вот это. Зомбоящички, которые 100% дают 9 предметов, но что в них выпадает, вообще нифига не понятно. Значки, значки, значки. 3 значка дропнулось. Не, иконка и 2 значка. 9, монеты, 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 удвоители, монеты, монеты, значок, значок и еще один значок. Ну, понятно. Поехали дальше. Я буду дальше. Мне интересно. Мне интересно очень сильно, что с них дропается. Мы уже видели гиперзаряд, мы видели хэллоуинские скины. Да, спасибо. Поехали. Так, магазин. Гиперзаряд. Спасибо. Бесплатный. Кстати, если вы не забирали. Если не забирали бесплатный гиперзаряд, зайдите и заберите. А еще один гиперзаряд. Еще один гиперзаряд. Есть у меня в телеграм-канале. Тоже бесплатный. Зайдите и просто по ссылочке тоже себе его заберите. Боже, сколько всего насыпалось. Сюда. Скин на Барли. Красиво. Так. Теперь меня интересует вот этот моментик. 2 мегаящичка. Тоже 9 предметов. Короче, все, мы понимаем, что 9 предметов выпадает всегда, чтобы не было. А вот в этом ящике не выпало ничего, кроме опыта и монет. Это вот печально. Это печально. Здесь должно быть по-любому что-то интересное. Опачки. И да ладно! Бравлеры тоже, значит, выпадают. Все, мы поняли, бравлеры выпадают. Все, я то, что хотел узнать. Бравлеры тоже здесь выпадают. В любом случае, это прям офигеть как круто. Фух. Ребят, ну мы все, что можно было, выбили. Возвращаемся на мой аккаунт. Посмотрим, что там еще можно интересного замутить. Потому что, ребят, пора апать кубки. Теперь моя задача апнуть бравлеров на 1000 кубков. И все, что сверху, будет копиться теперь вот сюда. В трофейный ящик. Так, подожди. Всего кубков 140 тысяч у кого-то. Клубы, бойцы, местные. За все время. Ага. Всемирный. Подожди. Текущий сезон. Всемирный за все время. 139, 517. Короче, какие-то рекордные темы. Дружеский бой, создание карты. Че, разочек за пэмочку? За нашу красавицу. Так, до обновления. Кстати, новые квестики сейчас будут у нас. Новые квестики сейчас будут. Блин, я хочу, может быть, еще 5. Давайте так. Давайте еще 5 зомбоящиков. Давайте еще 5 зомбоящиков. Готовы? Вдруг мне выпадет какой-то еще какой-то скин, который я пропустил. Спрейчик. Офигеть красивый. Иконочка. 500 кредитов. Спасибо. 500 кредитов, это, скорее всего, должен был мне выпасть бравлер. Но так как у меня есть все бравлеры, здесь нифига не выпадет. Так, монеты. Спрей. Красивенький. Офигеть. Мне кажется, этих справок до сих пор еще в игре нету. Так. Давай, 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 давай. Мне кажется, если я ппм-ку не купил бы, я мог бы выбить ее здесь. Сюда, спрей. Блин, мне нравится экран выпадения спреев. Очень сильно нравится. 9 предметов, монеты, монеты, опыт, опыт, опыт. Значок, наконец-то. Иконка игрока хэллоуинская. Значок вот этот, что я хотел. И вот такой спрей. На других аккаунтах это уже все повыпадало. Здесь мне выпало только сейчас. Выпадет ли мне это что-то еще? А может еще один гиперзаряд дропнуться, которого даже еще нет в игре? Так, значок с гробиком. Я вас понял. Все. Я думаю, что мне хватит здесь открывать. Оставим гемасики, ребята, на новые скины. Ой-ой-ой-ой-ой. Квесты, квесты. Куда нам квест? Давайте так. О, я знаете, что хочу? Я хочу срочно вот это заменить. Вот это нужно сразу заменить. И пойдем в режим, где у нас больше всего квестов. Так, пэмочка. Подожди, пэмка ж у нас хорошо. Подожди, в нокауте? Ну... Нет, в ранговый бой. Давайте пэмку в ранговый бой. И... Какой бы режим сейчас не попался, мы пойдем за пэмку в ранговый... Вжух-вжух, прекрасно. Как раз-таки то, что нужно. Берем сами пэмочку, нашу мертвящечку. Дохлая пэм, как она так и называется. Боже, найти бы ее сейчас. Давай, давай. Мортис, Рика и дохлая пэмка. Блин. Но она стоит своих денег, ребята. Если вы хотите себе покупать дохлую пэмочку, ребят, просто залетайте, покупайте в Робзи Шоп. Разочек каточку сыграем на дохлой пэмке. Чисто, ну, покайфовать от скина. Потому что, блин, у меня заставка. Я хочу себе Джуджу. Так. Блин, выглядит она просто крипово. У нее еще глаз дергается. А как она вообще атакует? Ой, она глазами и костяшками атакует. Ой, красивенько. Ой, красивенько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, дохлая пэмка, давай. Работаем. Работаем. Так.
Кто-то там есть уже? Естественно. Так, поставили пушечку. Хилочку поставили. Так. А хилочка-то наносит урон. Так, это мы не отдаем. Это мы не отдаем. Естественно. Добить, пожалуйста, его. Так, по 960 хп хилимся и живем. Так, до свидания. Давай, давай, давай. Тихонечко. А что делаем? До свидания. Сюда, гемики. Так, ну что, мы собрали? Так, бедный там Мортис бегает, бедолага. Так, с этим тоже разобрались. Тихо, с Мортисом разобраться нужно. Тихонечко. Гем последний. Забрали. Ну, конечно, дохлая ПМ себя показала. Просто надгробье стоит. Надгробье колбасит. Не, ну нас не выиграть. Так, где-то Мортис бегает. И, кажется, он может сейчас гемы профукать. Ну, в принципе, читаемо. В принципе, читаемо. Я забрал 10-й гем. Все, идите в баню. Так, до свидания, Дэрил. Да, до свидания, Дэрил. Здесь тебе вообще ничего не светит. Не-не-не-не-не, братишечка, братишечка, давай-давай, до свидания. Дохлая пэмка, которая стреляет глазами и костями. Не, ну я здесь звездный игрок однозначно. Я даже гаджет ни разу не прожал. Хотя у меня было в запасе еще 3. 52 тысячи урона. Естественно, я звездный игрок. Блин, какая она крутая, посмотрите. Ну, за нее нужно поставить лайкусик обязательно. Бесплатные призы сейчас у нас двойные. Быстренько добиваем каточки. Забираем с вами еще 10 зомбоящиков. Мы сами увидели, сколько хорошо у вас с него падает. Поэтому, ребята, лайк, подписка, колокольчик. Наконец-то обновление в игре. Наслаждайтесь, кайфуйте. И всем до новой встречи. Сегодня вечером сникпик.